Приветствую, любители сада-огорода. В одном из своих видео про удобрения, про умные грядки я рассказала, что сделала огуречную грядку. И вот видите, это не что иное, как посадка рассады огурцов. Не я ее выращивала, я ее купила, но сегодня 24 апреля 2021 года, Молдова. Я сажаю эти ростки огурцов в эту грядку. Некоторые скажут, рано, возможно. Но решила провести эксперимент. Эта грядка уже хорошо прогрета, и там хорошо поработали червячки. Есть удобрения. Ну, в общем, смотрите, как я делала эту умную огуречную грядку. Рассада, видите, замечательная. Сажаю поглубже и прикрываю этим удобрением. И сразу же хочу прикрыть. У меня не осталось вот таких банок. Я решила прикрыть вот такой вот частью банки. Время от времени буду открывать. Огурчики посажены. Теперь важно полить. Рассада хорошо полита. Мне осталось только прикрыть полиэтиленовой пленкой. Все накрыто. Сделала такой парничок. Когда будет очень жарко, пленку буду снимать.